Любая культура в нашем огромном многонациональном государстве – это есть основа нашего государства. Не будь культуры, не будет общества. Не будет общества – это толпа. Государство создается и осознается только тогда, когда мы понимаем, чьи земли мы уроженцы, кто наши предки, какова история и каково продолжение этой истории. Вот наша задача сегодня в современном мире. Ведь слово, оно имеет огромное значение. Словом можно убить, и словом можно приподнять человека. Поэтому надо думать всегда, о чем говорите. И желательно, чтобы все слова были пропитаны добром, созиданием. Поэтому в каждом слове есть Бог. Вот желаю всем продолжать свою культуру и традицию.